Друзья, всем привет! С вами Андрюха, и это игра «Русская рыбалка 4». Перед началом ролика прошу вас подписаться на мой канал. На моем канале я делаю ролики по этой замечательной игре, стараясь делать их как можно чаще для вас, поэтому не забывайте подписываться на мой канал. Итак, друзья, стою, в общем, пришел порыбачить на маяк. Если вдруг кто-то не знает. В общем, точка получается 206-437. Так, это у нас вот квадрат. Получается С6. Вот тут звездочкой отмечено. Вот маяк. Второй остров, короче. В общем, стою, друзья, здесь кидаю. Уже довольно-таки приличное время. Пришел, в общем-то, половить бельдюгу. Друзья, бельдюга здесь есть. И не только, кстати, бельдюшка. Очень много разной рыбки здесь ловится. В общем, фул заброс делаю, прям на полную. Сейчас покажу вам свою сборку, покажу, что удалось за это время выловить. Ну и принцип на самом деле простой. Движение в придонном слое, то есть приманки. Приманка наша, наживка вся эта упала, в общем, на дно. И потихонечку веду сюда джиговой ступенькой, к себе подтягиваю. В общем, какие рыбки здесь, друзья, водятся, сейчас я покажу. Уже вот получается 120 хвостов выловил. Да, хотелось бы, конечно, половить. Вообще пришел сюда, как я уже сказал, половить бельдюгу, посмотреть вообще, как она себя чувствует. Где-то недели три назад также здесь маяка уже, друзья, рыбачил, тоже ловил. В общем, сборка. Давайте покажу свою сборку. Вот на Океан Куин свой кидаю, поставил белугу венгу. На 60 килограмм у меня стоит вот такой вот цветной плетеный шнур 1198 метров, 0,54. Поставил на 60 килограмм, ну типа как бы под клин, да, поставил флюр карбоновый, вот такой вот, а нейлоновый, точнее, поводок, шок-лидер нейлоновый 2 метра. Кидаю огромный берсерк 3.0, берсерк хукс, в общем, крючок. И вот такая вот сборка, то есть построил ее чисто на поролоне, да. Идет красная поролоновая рыбка, потом идет желтая, вот с такими вот салатовыми бусинами. Черная также с зелеными бусинами, и еще одна черная с бусинками черными. В общем, вот такая вот сборка, кому интересно. Так, теперь насчет рыбки. Рыбка, друзья, здесь берет вообще разнообразная, то есть тут вплоть до того, что попалось даже пару сельдевых акул. Так, давайте перезаброс сделаю. Вот, закидываю прям полностью на фул, жду, когда упадет придонный слой. Итак, друзья, вот смотрите, рыбачу уже получается 3 часа 44 минуты, рыба прям, друзья, валом. Так, вот смотрите, залетело две сельдевых акулы, одна на 6, вторая на 10. Ну, мелочь, но приятно, да. Вот с берега половить можно даже, в принципе, и акулу, как бы, почему бы и нет. Бельдюги вообще валом. Самая крупная бельдюшка, что села 626 грамм. Вчера вот здесь вечером стоял, были даже по 720, по 740 грамм. Ну, в принципе, ее здесь можно половить, попытаться ее здесь закрыть. Также вот смотрите, сколько здесь камбалы. Камбала кило 900, самая крупная. Тоже, в принципе, если постоять довольно долгое время, то можно попробовать выловить. Один катранчик залетел, керчака, как обычно, валом здесь. Один крабик съедобный залетел, макрели тоже прилично, приличное количество. Залетела одна мидия, две пикши. Так, палак. Ну, кстати, палак тоже сегодня здесь ловится, в принципе, неплохо. Да? 12 штук поймал, 3900, самый крупный. Сайдочка также есть, несколько
хвостов трески залетело, 13 килограмм самая крупная, и тюрбо также присутствует, без тюрбошки как бы никуда. В общем, сейчас у нас, друзья, на море раннее утро, сейчас уже буду заканчивать, значит, сегодняшний ролик. Кому интересно, сейчас сходим, покажу. Ну, кому интересно, сколько это вышло по серебру, сгоняем на базу, посмотрим, что вышло, может, есть какие-то заказы. В общем, как-то так. Вот, как вы можете видеть, в принципе, рыбка здесь присутствует. Вот еще одна треска попалась. Итак, чтобы, в принципе, не затягивать ролик, вот координаты я сказал, 206-437, вот прямо возле вот этого вот камня, да, стоял заброс, направление вы видите. Так, вот сам непосредственно маяк. Ну, у меня кончилась лодка, естественно, брал ее на одни игровые сутки. В общем, увидимся на базе, придется перезайти мне. Так, ну что ж, оказался я на базе. Давайте первым делом посмотрим, сколько, есть ли какие-то, точнее, заказы. Кафе Путасузу, Батка Минек, Мидия одна была, но мелкая. Так, краб съедобный, кило 100. И Литкор Эсмарка. В общем, ничего интересного из того, что в кафешке, мне, к сожалению, не попалось. Ну, значит, для чистоты эксперимента даже будет лучше. Давайте посмотрим, сколько же вся рыба у меня вышла. Вся рыба у меня, друзья, вышла за 3 часа 40 минут. 1772 монетки. Ну, в принципе, почему бы нет? Я потратил только, получается, 99 монет, купил, значит, лодку на один час. В принципе, постоять, порыбачить можно, тем более, если вам, друзья, надо закрыть либо, допустим, тюрбошку попытаться, либо бельдюгу закрыть, либо, может быть, возможно, закрыть на этой точке камбалу. Ну, в общем, сдаю рыбку. Надеюсь, ролик, друзья, будет вам полезен. Не забывайте, друзья, ставить лайки. Также подписываться на канал и писать ваши комментарии. С вами был Андрюха. Увидимся в следующих роликах. Всем, друзья, удачи!